Такие классные носочки получились. Это мои носочки из овечьей стопроцентной натуральной пряжи. Вот такая сине-фиолетовая она. Ну, в реале она немножко другого цвета. Ну и вот такая бежевая. Бежевая вообще очень красивая. Это тоже очень красивая. Покупала в интернет-магазине. Не буду рекламировать продавца, но продавец оказался самым классным из всех, у кого я покупала. Потому что я покупала и в другом месте еще одну, еще одну. Ну вот мне это... Другие были немножко хуже качеством. Где-то нитка не скручена. Ну, то есть вели себя иначе в работе. Эти в работе вот просто супер идеальны. Ну, и пряжа подходит классно для носков, варежек. Мне очень понравились варежки с таких ниток связаны, очень тепленькие. Ну, естественно, шерсть овечья, чужим быть не тепленькими, 100%. Там нету примеси, нету ничего. Вот, вот такие вот носочки, вязка Хеликс. Это мои 37-38 размер, связаны резинкой 1, ну, 2 на 2. Обычная классическая пятка, ну, подошва гладь. Тепленькие, классные. После стирки стали мягче, они так вот с характерными там натуральными вкраплениями, нитка. Но это не критично, не принципиально. Я знаю, что даже свитера вяжут и очень классно смотрятся. И вообще очень красиво получаются свитера из этой нитки. Но нитка толстоватая, конечно. 3,5 спицы, 5 спиц. Вот я вязала 5 спицами, размер 3,5. Ну, достаточно быстро, конечно. За 2 вечера. За 2 фильма и носочки. Вот. Из этих же ниток я связала еще вот такие носочки. Вот они очень классные. Тоже классическая пятка, но вязаны гладью с боковой косой. Вот. И связала еще одни носочки. Вот такие вот. Тоже размер 38-39. И сирень, ну, фиолетовые тоже 38-39, тоже боковая коса. Из этих же ниток связала еще одни хеликсом. И осталось, наверное, на варежке. Или будет немножко маловато вот этих вот остатков на варежке. Но я думаю, что если вязка хеликс или полосочками связать, то остатков еще хватит. Получается из 2 бобин. Там бобина сколько-то... 500, наверное, метров, 300 грамм, 500 метров. Получается 4 пары носков и одна пара варежек. Ну, вот, нитки классные. Ну, и изделия из них, естественно, тоже, соответственно, тоже классные. Вот.